Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «Уникальная зоология». Мы рассказываем об удивительных особенностях живых творений. Представьте себе огромную мокрицу. Изоподы являются именно такими мокрицами. Хотя существует около 15 видов гигантских изоподов, мы поговорим только об одном. Вот об этом. Особи этого вида достигают аж 70 см длины и могут весить 2 кг. Правда, они обитают не на суше, а на больших океанских глубинах. Чем же они интересны? Очень много изоподов встречается в холодных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Чем больше глубина, тем громаднее живущий на ней изопод. Самых крупных особей удавалось обнаружить на глубине 2 километра. Возможно, они живут и ниже, просто ученые не так часто погружаются на такие неведомые глубины. Предполагается, что гигантские изоподы могут жить на больших глубинах по всему земному шару. Главное условие для их жизни – это низкая температура воды и высокое давление. При опасности изоподы могут свернуться в клубок, почти как ежики, так что снаружи остается только твердый панцирь. Таким образом, изоподы защищают мягкие ткани и становятся практически неуязвимыми. Верхняя часть тела изопода состоит из нескольких сегментов. Первый из них сливается с головой. Что же касается нижних сегментов, то они образуют что-то наподобие хвостового щита, который расположен над укороченным брюшком. Глаза у изопода тоже очень интересны. Они фасетчатые и состоят почти из 4000 аматидий. Гигантские изоподы являются важными придонными падальщиками. Они питаются мертвыми китами, рыбой и кальмарами, но могут быть и активными хищниками. Иногда нападают на медленно передвигающуюся добычу, на морских огурцов или губок. У изоподов 7 пар ног. Передняя пара считается многочелюстями. С ее помощью изопод проталкивает пищу в свои 4 пары челюстей. А что, если пищи вокруг не так много? Эти монстры могут даже не есть. Вообще. 5 лет голодовки для них совсем не проблема. Просто изоподы могут поесть, так сказать, впрок. Найдя сочную тушку на дне океана, изопод наедается так, что даже не может передвигаться несколько месяцев. Живут изоподы довольно долго. Можно сказать, их длительность жизни сопоставима с человеческой. Некоторые из представителей этого вида преодолевают отметку в полвека. Для кого-то эти странные существа могут быть и неприятны. Но подумайте, сколько же пользы они приносят мировому океану? Их можно назвать усердными и неутомимыми санитарами моря. Хотя на фоне других творений изоподы и не блещут красотой, но они незаметно и скромно прославляют своего создателя. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!